Всем привет, дорогие друзья! Вы, наверное, слышали в Ютубе такие ролики, что в GTA 3 нет сюжета, GTA 3 плохая, GTA 3 ужасная. И я сделал на этом ролик, что GTA 3 не такая. Это самая лучшая игра, которая последовала сделать все другие игры в 3D-виде. Давайте уже начинать. Чем же она отличается от других GTA? И чисто это будет именно мое мнение. И первое, это прекрасные мелодии, их здесь очень много. Я советую вам их послушать, потому что я от них балдею. И следующее, это лучшее оружие. Зачем в GTA добавлять миниганы и всякие такую дрянь типа микро-ПП? Если в GTA 3 уже есть все самое нужное, это М16, гиперубойная пушка, которая скашивает все на своем пути. АК-47, которая очень-очень хорошо стреляет для дальнего боя с прицелом. Но тачки так быстро не взорвет, к сожалению. И дробовик СПАС-12. Который из трех выстрелов может тачку ушатать. Вот так вот. Ауди отличная пушка. С него можно стрелять и на бегу, и на ходу. Как захотите. Очень удобное оружие. И пистолетик. Шикарная дрянь для начала сюжета. Вообще всех убьет сначала. Если там вообще кого-то можно хоть убить. Стой, такси, стой. И даже бита. К сожалению, которой даже машины бить нельзя, как в Вайсити. Ну и ладно. И следующее, это атмосфера. По-моему, в игре самая хмурая и отдаленная атмосфера от всех GTA, потому что остальные GTA не настолько сильно атмосферы. Ну, вы скажете, а как же Vice City? Нет, Vice City тоже очень хорошая, но в GTA 3 эти прекрасные закаты ничем не заменишь. Вот эту красивую... Ой, 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 это хорошо. Ну, давайте заканчивать ролик. Поэтому, кому понравился ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!